взагалі висновки з цього? Через несколько минут будет продолжено слушание по делу Андрея Анатольевича Лесика. Вот, напоминаю, что он был освобожден из-под стражи 1 марта 2018 года. Это было как бы непривычно, потому что по данной категории дел подозреваемые, обвиняемые сидят годами, а даже часто без какой-либо доказательной базы. На тот момент существовала норма, что если человек находится под следствием,